А воду можно закинуть, я думаю. Я буду и угорь, и лосось. Ой, мне кажется, вот это выглядит очень вкусно. Да тут все выглядит вкусно. Вот это, вот это, и вот это, и вот это хочу. Обязательно рамен будет. Рамен взял. Я... Не-не-не, я пальчикнул. Привет, мне тоже есть проблема. Господи, здесь есть дьявольские фрукты. Что это такое? Это... Ну... Это, короче, занимается. Мой любимый! Чё, мам, блядь? Она любит. Покемон! Это аниме моего детства. Нашего. Единственное, которое я смотрела. Не, я еще «Атаку титанов» или «Битва». А, «Атаку титанов»? «Атака». Мы вчера это обсуждали, да. Я еще не досмотрела. Кира, я вообще с ним не люблю. Он хейтер «Атаки титанов». Я не хейчу, я хейчу ее концовку. Мы звали. Не говори. Я не скажу. Сейчас мы просто очень голодные после этого пирсинга, нам нужно срочно покушать, и мы сидим выбираем. Поэтому пока все приходите, всем привет. Качество отстой, ну извините, извините. Что-то разозлилась, пока. Так, я ничего не понимаю, что я буду. Я все решил. Что будешь? Ну, во-первых, я хочу в туалет. Начало хорошее. Начало хорошее. Я буду... Угорь, как понять, где такая надпись, я не понимаю. Это что вот это? Так, вот так, вот так. А, вот две, а вот это где надпись? Вот, да. Я точно острый. Хочу здесь роллы тоже попробовать. Я буду, который лосось-угорь. Лосось-угорь? Лосось-угорь. Звучит ням-ням-ням. Чат, угорь или лосось-угорь? Тут два варианта самых вкусных. Что посидите, это типа ролл, но такой как торт? Да, торт-ролл. Вот я буду вот это, да? Остались свечки, мы в него просто... Где вы нам правильно видели? Вон там. Вот, вот. Он вроде маленький. Но ты можешь заказать просто десертом такую штучку. Давайте все закажем. А что с качеством? Я не знаю, что с качеством. У нас, как всегда, мы видим... Сейчас я зайду и проверю. Бонсюмен и лососюбер. Ой, классное описание. А что мы подписали? Да? Какого? У меня написано, типа... У меня написано, кошечка, ты зайдешь? А ты, типа, такая у тебя сама не появилась? Я не знала. Я включила. А, что-то беда, реально. Вы оценили, как вас пригласили на стрим? Это интернет, видимо. А я тебе говорила, может, от Wi-Fi отключить? А у тебя же не ловят палки. Палки ловят только у Влада. Так, у кого норм качества? Напишите, пожалуйста. У меня только. Типа, вот не хотите признать. Ну, мы можем Wi-Fi отключить, может, из-за него такое? Всем. Сейчас сделаем так, на секунду. Да, я понял. Что? Свет. Красный? Да. Но это не поможет, да? Ой, я, кажется, что-то не так сделал. Ну и что страшного? Она слепит не только людей, но и официантов и поваров вот там. Куда, плюсик? А, нет, сними ее просто, эту штуку. Я не умею! Сейчас все сломаю. Ну потерпите чуть-чуть. Просто здесь красный свет. Мы можем зашторить. А, да, давай зашторить. А, нет, нельзя. Блин, нельзя. Лого ресторана зашторить? Да. Прости. Нам нравится вырезку, уберите, пожалуйста. Мы блогеры, кстати. Сколько усилий. Я просто не знаю, почему вы. Ну ничего, если что, это мы специально так сделали, это эффект ВХС, знаете, старая пленка. Чтобы просто. Вы собирали нас по кубикам. Реально. Сейчас, мне кажется, получше. Чуть-чуть мыло. Но... Все, топ, лучше стало, все. Нормально? Периодически шакалит. Но это интернет, что? Ну это да, это уже цвет, типа, сделали. Да что взять, я смотрю и ничего не понимаю. Я да, все взял. По кругу, блин. И уйдут тоже. Утрябный молодой человек. Ребята, где крипер? Так, я хочу... Блин, какие они красивые! Посмотрите, какие это коктейли! Это она про нас. Это не коктейли, а я не пью. Джиг Блюри. Можно просить безалкогольный сделать. А что, алкогольный? Да.
вот смотри, без алкоголя. Вот, без алкоголя. Вот жертва маркетинга все здесь. Это мы. Нет, ребят, тут я самая жесткая жертва маркетинга, потому что я смотрел абсолютно все, что здесь находится. И он такой, мне, пожалуйста, Наруто рамен, Наруто десерт, мне, пожалуйста, атаку титанов, вот отсюда. Тут даже геншин есть, чуваки, тут даже есть геншин. А если ты купишь, там тебе промокодик дадут какой-нибудь? На 10 круток, ребят, я не думаю. Что, готовы что-то еще заказать? Ну что-то надо уже, я сейчас умру. Я думаю, надо начать сразу. О, говяжьи щёчки, Кристина. Кстати, звучит вкусно, где-то играешь. Ребят, Сокол? Я, если что, съем этот Хито-Хито на Ми, модель человек сегодня. Ты начал резко на японском говорить? Да. Если что, съем Хито-Хито на Ми, а то есть моя хуйня. Что такое Хито-Хито на Ми? Что ты сказал? Хито-хито на ми – это название фрукта. Хито-хито на ми. Если что, это спойлер, это гомо-гомо-но. Пока. Все. Вы готовы? Я пошел. Я готов. А можно сказать? Да. Давай. Мы же все будем равны на руку. А, нет. Мне, пожалуйста, больше. А, ну я буду равны. Ролла со жидкой. Не обычный. Он не острый, да? Да, он не острый. Мы сейчас спросим. И вот это. И рис. Дальше. Все. Все, я пока. Всем пока. Эй, кня! Мы ничего не можем сделать больше с качеством. Это максимально. Мы в помещении темном, где свет красный. Спасибо, спасибо, будь здоров. Было. В жизни столько мне будь здоров не говорили, от души. Тёма тут просто бегает туда-сюда. Так, смотрите, значит, она берет с грибами эноки, которые, по-моему, переводится, не помню с какого, встретимся завтра, или как так, да? Удачи! Удачи! Не, нормально. Две порции вот этого. Глаза просто разбегаются. Я не понимаю, что я хочу. Да, у нас все тут попросили. Давайте на них пока. Да, ну вот это. Да, черный диск. Спаржи. Просто я режу. Топчик. А есть с алкогольным вином? Алкогольное вино? Нет. Надеюсь, это алкогольное пиво себе. Кира заказ безалкогольное пиво. Нет, вы услышали все. Я думаю, надо ли нет. Лимонад может какой-нибудь вкусный. Какой вкусный лимонад? А, ну, безалкогольный. Да, никогда не пошло. Я не тебе хочу. Нет, сам популярный лимонад. Ну, от сам красный. Это анчан получается синий японский чай. Я очень сильно хочу есть кушать, ребят. Я пока молчу, потому что я пока не поем, я буду прям чуть-чуть. Это не барный, меня вот здесь барный, я просто сам. Это шарическая идея. Давайте еще шарическую. Вот какая. Вам 400 мл или кофе может принести? Давайте 400 мл. 300 мл, хорошо. Или кто-то еще будет, то можно графин взять, лимонадов. О, вот это. Чай какой-то. Это у нас лимонад анчан риган. Есть, соответственно, там мед алоэ, анчан риган. Анчан – это синий японский чай. Риган – это как раз на бедре получается. Соответственно, самый популярный лимонад. Ну, давайте большой. Нет, давайте, может, лучше много маленьких попробуем? Давайте много маленьких. Да, много маленьких. Давайте раз, два, еще. Ты алкоголь, нет? Я не... Я не алкоголь, я алкоголь. Да, у меня просто настоящий привет, и средняя большая порция. Риган, не Редан, ребят, Риган, все нормально. Чат, спокойно. Там у нас по граммам. Давайте большие. Большие. Так есть хочу, я не могу. Я забыл, как его зовут. Это Шифу? Нет, да, Шифу. Нет, да, нет, Шифу, это из Панды. Нет, простите, как его зовут? Как его зовут? Это из Мулан. Я понимаю, что из Мулан. Как его зовут? Влад, как зовут из Мулан дракона?
Это этот, дрын-дрын. Сулон. Дрын-дрын. Нет, он как-то в русском... Нет, что, нет. Сулонг. Мушу. Мушу его зовут. Мушу. Заказывайте дальше. Можно рамен Наруто? Да, конечно. Салат с хрустящими баклажанами. Мушу. Что еще? Я не могу выбрать. А сейчас который час? Давайте уголь. А ну как? Ролл-сатрям, да? Ну короче, если я решу вдруг... Сашими лосось? Сашими лосось. Что там? Я не знаю, мне кажется, я уже обожрусь. А как будто хочется еще что-то. Я сейчас начну. В любом случае, у нас как бы тут не работает вообще долго, так что можешь принести задачу, потом тоже задать, если что. Ой, а у вас есть вот это, японский... Сникерс, да, с жареным, японский сникерс с жареным чаем. Его, наверное, все равно потом. Да. Можно Наруто рамен? Он же не острый, да? Нет, не острый. Супер. Это Наруто рамен и... Где? Потерял. И онигири крем-чиз. Лосось крем-чиз. И можно, пожалуйста, манки зимой фисёк? Фисёк. Да, конечно. Потом остальные. Хорошо, это давайте опаленный копченый тофу хочу попробовать. Мне кажется, вкусно. Так, а попить я ничего не взяла. Мне кажется, еда не поместится на стол. Да. Я попить не взяла, подождите. Все, попить. Попить, Барбарисовую карамель. Если желаете какой-то алкогольный напиток, могу поставить на ночь на Кана Кабаяши. Это нравится абсолютно всем нашим гостям. Он будет на основе джина сауэр. Вот, с пюре личи. Сауэр вкусный. Давайте. О, личи вкусный. Вкусно, я старая взрослая женщина. Я перенервничала. Когда? Сейчас? Хорошо, тогда могу я повторить ваш заказ, чтобы... А я сама ничего не запомнила. Качество. Я постараюсь максимально. Да, давай. Вот здесь у вас будет рамен бонсерт из говядины, рис с угрём, йода с лососем, плюс одна штучка, соответственно, том-ям рамен у вас здесь будет. Послушайте. Ролл с лососем, йода. Мы же ничего не понимаем. Мы вам доверяем. Мы вам верим. Хорошо, мне есть что-то все записалось. Да. Спасибо. А мы можем чуть поимпровизировать и, допустим, отодвинуть стол, потому что нам вот красный очень слепит. Нас не видят на пище. Не, не в этом суть. Дай телефон. Интернет, суть в интернете. Думаешь? Не, там точно в интернете. Все, спасибо большое. Да, меню заберу, чтобы не Ну, попробуйте. Мы вот эти два оставим. Хорошо. А где туалет? Вот. А как так произошло, вопрос? У меня... Застряло. Так, ребят, вы немножко смотрите на Артема, пока я пытаюсь вытащить эту штуку. Получается? Сейчас. В какую сторону? По идее, по часовой. Вот, все. Прямо вверх ее скинь, все, отлично. А, подожди, на меня все это время смотрели? Да. На мои подмышки, слава богу. Как вам прокол? Сейчас, ребят, 5 секунд, я... Не, они видят тебя. Что с качеством, ребят? Качество говно, потому что свет плохой. Сейчас попробуем... Я попробую эту проблему решить прямо сейчас. Вам нужно немножечко подождать и потерпеть. Ты будешь... Уже сделал, да. Угу, именно. Рак речи. Это заразно, это... Но чат надо будет открывать и смотреть отдельно, потому что я не вижу картинку. Вот он. Ничего страшного. У меня 180% на телефоне, я, ну... Только как-нибудь так, чтобы я... У него 180% на телефоне, при этом он берет и с моего смотрит. Ну, он уже здесь, поэтому... Так, Тёма Краш, Артём родной, сколько лет в Казани? Во-первых, спасибо, мне давно не говорили приятные вещи. Во-вторых... Что во-вторых? Во-вторых, я голодный, как собака. Ой, хочу, очень хочу, чисто. Реально, просто жертва маркетинга. Ты, вы посмотрите, тут как выглядит меню. И мне хочется все, что с аниме. Просто все. А тут все с аниме, кстати. Ну что, лучше? Лучше. У-у-у. Вот это картинка вообще. По-моему, да?
Ну да, да, она поприятнее. Мы не видим чат ничего, да? Ну да, теперь мы не видим, ну типа вот, вот, буквально вот так. Ну это интернет теперь. Это я сахар поел. А, трясется трэш. Трэш. Это просто спецэффекты. Можно попробовать отключить интернет, может быть, лучше всего твоего своего. Это одну срать точно. Так? Давай попробуем. Хуже точно не будет. А? Хуже точно не будет. Да. Ха! Не так. Не говори так.